Нет правды на земле, но нет ее и выше, и в Кремле. А уж тем более в родном нашинском Владивостоке. Мы ко всему привыкли. И краны у нас падают, и елки падают. И без воды сидим, и без света, и без домовых территорий почти остались. Вот если завтра у вас перед окном вдруг вырастут сваи моста, башенные краны, жутко кому-то необходимое административное здание, вы, конечно, не обрадуетесь, но особо и не удивитесь. Вот такое обыкновенное чудо случилось на проспекте Красного Знамени на радость заказчикам ООО «Юманс» и на горе жителям домов 73, 85, 87, 69Б. В одночасье перед домами исчезли деревья, но появился зеленый забор, строительные вагоны, краны и так далее и тому подобное. Наивные жильцы, конечно, давай негодовать. Пикеты устраивали, дорогу транспорту не уступали, депутатов звали. Да только кого этим сейчас проймешь и удивишь? Вот если бы жильцы устроили акт самосожжения или там коллективный прыжок с крыши, тогда да, тогда да. Может быть, тогда бы показали этот протест в дорожном патруле, а то бы и в «Человеке и законе». Но и это вряд ли бы помогло. А слуги народа? Депутаты? А что депутаты? Некоторые обещали приехать и на месте разобраться. А некоторые даже приезжали. Но это мало помогло. А воз и ныне там. И даже не так. Васька слушает, доест. То есть жители ищут справедливости, строители строят, Юманс потирает руки, чиновники руки умывают. Люди добрые, жильцы, может быть, вы своей выгоды и счастья не понимаете? Конечно, придется пару лет потерпеть головную боль от постоянной долбежки за окном, пыль, грязь, к дому не подойти, да нам-то не привыкать, потерпим. Зато потом вы будете лицезреть настоящий райский уголок, административное здание ООО «Юманс». Причем из своего окна, на расстоянии вытянутой руки, представляете, кругом рай, даже плюнуть некуда. А понимаю, хочется, но и это уже сделали за вас, причем на вас. А еще чиновники обещают, что жителям двухэтажных деревянных домов 87 и 69Б, где нет ни воды, ни туалетов, разрешат справлять всякую нужду в этом самом раю. И еще, помимо общественного туалета, в цокольной части будут для них сараи. Воистину, нет худа без добра. Эх, всем известно, в нашей жизни может быть все, но не у всех. Что не позволяет здравый смысл, могут позволить бешеные деньги. Поэтому счастливый финал этой истории для жителей проспекта Красного Знамени, увы, не верится. Ведь наши избранники, которых мы выдвинули к государственной кормушке, так сплотили свои ряды, что нам к тому корыту со своими нуждами и не пробиться. Чиновники наши всегда преисполнены чувства долга. Знают, что должны народу, но чувствуют, что никогда ничего не отдадут.